Всем привет! Сегодня у нас 17 сентября 2019 года. Хочу показать новейший сорт моей коллекции. Сорт яблока Байя Мариса. Сорт родом из Германии. Красномясый, ранний зимний. Имеет вот такой цвет, насыщенный красного цвета. Такие яблочки красивые. Вот видно размер в руке довольно-таки крупный. Яблонька вступает рано в плодоношение. Подвоем 9. Яблонька на второй год показала. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вот 7 плодов. 7, даже 8. Ой. 8. Вот еще я один плод разрезал. Вот такой вот интересный новейший сорт. Сейчас продегустируем по вкусу. Посмотрим, какой он. Слушай, я еще его не пробовал, этот сорт. Интересно очень. Сейчас продегустируем. Сорт в данный момент с легкой терпкостью, ощущается кисло-сладкий, такого необычного вкуса. Ну, я думаю, что ему нужно полежать, конечно, похорониться, наверное, минимум месяц, может быть и больше. Сорт в стадии испытания на Украине, то есть много за него рассказывать не смогу, нужно как минимум лет 5 видеть его плодоношение, чтобы конкретно рассказывать за него. Ну, просто вот сигналки интересно показать. Вот такие вот крупные. Думаю, что он должен быть урожайный сорт, потому что очень рано вступил в плодоношение, показал такие вот классные плоды. Сейчас обойду с другой стороны. Вот обошел вот такие вот яблочки с этой стороны. Можно видеть. То есть было в этом году эра у меня тоже плодоносила. Ну, яблочки что-то опали. Ну и размер был поменьше. На третий год от плодоношения я его не снял, не было возможности. А вот Байя Мариса во всей красе. Такие вот шикарные яблоки. То есть в следующие годы будет плодоношение. Я более детально уже за него постараюсь рассказать. Это вот показываю, что сорт был взятый в Италии, с Италии привезенный. То есть в питомнике в известном. Сорт соответствует всем заявленным характеристикам. Красная мякоть, плоды, внешний вид товарный. То есть сорт проверенный, не пересорт. То есть, кого заинтересовал сорт, можете звонить, заказывать. Я думаю, что на рынке такая новинка должна улетать в два счета. Тем более, они должны храниться. В этом году посмотрим, сколько они полежат в обычных условиях, какой наберут вкус. Уже более детально расскажу, разрежу. Вот там вот ноябрь месяц покажу. Сегодня у нас 5 декабря 2019 года. Вот осталось одно яблочко Байя Мариса. Сейчас давайте посмотрим, какой вес. Я специально оставил посмотреть. 200 грамм, 213 грамм. Давайте посмотрим, какая у него мякоть. Как раз вот на белом фоне хорошо видно цвет мякоти. Я уже разрезал его, показывал, когда срывал с дерева. А вот сейчас при хранении какой цвет мякоти, какой вес, уже больше заплодоносит, больше расскажу, покажу. Давайте продегустируем вкус. Вкус у этого яблока действительно такой отличный. Даже при хранении. Я думаю, что он еще будет лежать как минимум месяц, может и полтора. Уши яблока, ну, сейчас посмотрим, довольно твердое. Ну, сок есть. Видно, сок течет.
Хватит попробовать на вкус. Яблочко с отчетливым ароматом кисло-сладкого вкуса. Вкус очень приятный, сильно не похожий на вот другие сорта. Какой-то свой привкус. Блин, класс, мне понравилась шкурка. Шкурка не ощущается, мякоть мелкая, зернистая. Очень хорошего, сбалансированного, приятного вкуса. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео для вас. Всем спасибо, всем пока.